14 ноября, в воскресенье, праздновался праздник пап. Мы всех их дружно поздравляем. Наши папы очень активны, они принимают участие в жизни наших детей не только дома, но и в садике. Но в сложившейся ситуации мы не можем их пригласить и устроить им хороший праздник. Поэтому мы приготовили для них поздравления. И таким образом мы поздравляем наших пап. Папа мой во всем.